душе своей нашел. Забрав мои грехи, он дал благодать, чтобы свободным смог я стать. Большого и шумного города есть маленький, светлый, теплый островок. Место, где тебя всегда ждут друзья. Они всегда будут рады, что ты пришел, и всегда скажут: «Классно! Это ты! Мы так рады!» Это место, где ты можешь просто отдохнуть, посмеяться, пошутить, вкусно поужинать. А самое главное, это то место, где ты можешь поделиться тем, что наболело. Самыми сокровенными своими вопросами, задать их искренне, от сердца, и тебя захотят послушать. Альфа-курс – это удивительное и неповторимое служение Духа Святого. Оно переполнено всякими сюрпризами, приятными ощущениями и переживаниями. Всякая встреча, она наполнена яркими ощущениями радости и любви. Но самое главное, самое замечательное чудо происходит тогда, когда Дух Святой работает с каждым человеком, с каждым сердцем. И видишь по прошествии всего 11 вечеров потрясающую работу Духа Святого. Альфа-курс. Это способ познать самого себя через общение с людьми. И здесь очень удачно сочетается и слово, и пение, и прямой контакт, живой разговор, и совершенно необычно, неприятно для восприятия каждого человека, это выехать на лоно природы, чтобы узнать себя совершенно с другой стороны. Послушай, так важно, в этот час тебя Господь зовет. Спасется, ведь каждый, кто его в свою жизнь позовет. Забрав твои грехи, он даст благодать, чтобы свободным смог ты стать навеки. Свободен я от всякого греха, Иисус Христос освободил меня. Свет, путь и жизнь Он каждому дает. Теперь во мне Его Дух Святой живет. Свободен я от всякого греха, Иисус Христос освободил меня. Стал прекрасной возможностью приобрести новых друзей, найти новых друзей, познать глубже нашего Господа Иисуса Христа, а также проверить себя, может быть, на какие-то истинные ценности вечные. Его Дух Святой живет. Альфа – это общение и отношения. Короче, Альфа – это круто. Мне много это дает. Ага. Нравится вам здесь? Нравится. Альфа – это интересное начало чего-то нового, неизведанного, но очень замечательного. Вот для меня Альфа-курс – это то, что делает Иисус Христос сегодня на земле в нашем теле. Аминь. Это Его дела. И то, что мы простыми словами, без всякой такой замудренной библейской терминологии, мы можем говорить о любви Христа тем людям, которые сюда приходят. Да, это счастье. Это счастье. Дух Святой живет.
бывает со всяким, кто пришел на Альфа-курс. Так бывает со всяким, кто хочет познать Иисуса Христа и что Он приготовил для каждого из нас. Если кто не верит, мы просим, приходите на Альфа-курс. Приводите своих друзей и знакомых, и через некоторое время вы увидите совершенно других людей с другими глазами, полной жизни, радости и Христовой любви. Альфа-курс – это место, где тебя всегда ждут и всегда будут рады тебя увидеть.